Ну а морозная погода едва не сорвала несколько номеров в новой программе, которая стартует в Екатеринбургском цирке. Один из ключевых артистов, шимпанзе, приболел, но уже идет на поправку. Центнер в зубах у силача, акробаты без страховки и ослиная танго. О некоторых секретах представления Ирина Шутько. Килограммов одной левой – это для слабаков. Денис поднимает такой вес зубами. Он потомственный силач-эквилибрист. На арене едва ли не с рождения. В новой программе его номер точно самый весомый. Тяжелее реквизита нет ни у кого. Каждая гиря весит 32 килограмма. И чтобы стоя вниз головой удержать сразу три, приходится стиснуть зубы. Главное не распускать челюсть. Если чуть-чуть хоть распустила, все зубы вместе вылезут. Пока гири на пол не поставил, главное не отпускать. Сложнейшие номера в двух десятках метров от манежа акробаты исполняют без всякой страховки. Увидеть их удастся во многом благодаря строению знаменитого купола. Из-за того, что у нас есть уникальный купол, несущие арки, которые соединяются вверху, от них спускаются железные прутья и поддерживают весь купол. Поэтому для воздушных гимнастов здесь просто простор, здесь нет ни одной поперечины, ни одного столба. Конечно, это наш огромный плюс, который мы всегда пользуемся. Но гвоздем программы обещает стать номер с шимпанзе. У Дана Запашного на самом деле две партнерши, но сегодня на арену смогла выйти лишь Бонни. Ее коллега Мальта за кулисами лечит грипп. Эти обезьяны почти как люди, только капризнее. Несмотря на уровень интеллекта, на постановку одного трюка может уйти несколько лет. Объяснил, показал, она взяла и сделала. А вот нет. Вот на самом деле получается, что каждый раз, когда что-то, она быстро понимает, что вы от нее хотите, но это не значит, что она будет для вас это делать. И один раз, может быть, это интересно, а потом ей неинтересно. Приходится с каждой девушкой договариваться отдельно. Вот, еще не очень ревнивый. Вот у меня девушка есть моя, самый главный враг. Чувство ревности здесь знакомо, похоже, каждому мохнатому артисту. К примеру, эти обезьянки ни за что не отдадут своих скакунов в чужие лапы. Улыбнись, дружище. Улыбчивый Джексон выступает в паре только со Слом Боссом. Это любовь, но на практику и уроки верховой езды все равно ушло полгода. Причем дольше всего пришлось тренировать обезьян. Ослы, вопреки стереотипам, все схватывают на лету. Ну, они, в принципе, не упрямые, они, наоборот, даже умные животные. Это просто как бы легенды сложились такие про осликов, что они ленивые. А так они, вот, допустим, его можно отпустить, он сам дойдет, придет к себе в стойло и будет спокойно ждать. Ослы в этой программе скачут галопом и танцуют танго. И это лишь часть сюрпризов премьеры, которая намечена на выходные. Главное, чтобы обезьянки успели выздороветь. Ирина Шутько, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.